производстве ржано-пшеничных подовых хлебов часто возникают дефекты. Расплывчатая форма, низкий объем, плотный заминающийся мякиш. Для устранения этих проблем был создан улучшитель ржаной объем 1302 Денфай. В его составе уникальный ингибитор альфа-амилазы, который снижает автолитическую активность ржаной муки, исключая необходимость повышать кислотность теста, что, как правило, происходит при использовании аналогов. Улучшитель создает щелочную среду, при которой ферменты более активно работают. За счет этого Денфай 1302 более эффективен при меньших дозировках. В результате предотвращается чрезмерное разжижение теста и накопление большого количества декстринов, которые являются причиной липкости и заминаемости мякиша. Хлеб получается более высокого качества, с высоким объемом, развитой пористостью, румяной коркой, без излишней кислоты во вкусе. Таким образом, с улучшителем ржаной объем Денфай 1302 вы сможете выпускать подовые ржано-пшеничные хлеба с высоким объемом, развитым мелкопористым мякишем и румяной аппетитной корочкой.